Tenshin Drop – самый лучший сайт с прямодемами и лунами. Все выводы происходят через CudaShop. Официального партнера Tenshin, с тебя ее ID, сник прямодемы. Выводы моментальные, ни одного случая бана или списания, а также постоянные раздачи, где победить может абсолютно каждый. Сам пользуйся, ссылочка где? В описании. Всем привет. Вторая фаза версии 4.3 началась несколько дней назад, что означает, что мы приближаемся к завершению этого патча и подготовке к версии 4.4. Но перед выпуском версии 4.4 Hiveverse проведет стрим разработчиков, демонстрирующий предстоящий контент. Предстоящее обновление 4.4 будет посвящено четвертому фестивалю морских фонарей, крупнейшему ежегодному событию в Лиуэ. Этот патч также откроет новый регион и познакомит путешественников с парой новых персонажей в игре. Само обновление 4.4 выйдет 31 января, но ранее будет специальная программа, показанная в прямом эфире, где Hiveverse расскажут обо всем предстоящем контенте. Ивенты, события, квесты и многое-многое другое. В соответствии с прошлыми тенденциями прямых трансляций, подтверждено, что специальная программа версии 4.4 состоится 19 января, если вдруг не будет никаких задержек. Во время прямой трансляции версии 4.4 игроки могут рассчитывать на получение 3 новых промокодов. С помощью этих кодов можно получить в общей сложности 300 прямодемов абсолютно бесплатно, а также другие внутриигровые ресурсы, которые тебе помогут в игре. Обратите внимание, что эти коды зависят от времени и срок их действия ограничен, и они истекают в течение 16 часов. Следовательно, что надо сделать правильно? Вступай в наш телеграм-канал, там все будет быстрее всех, и также участвуй в розыгрыше на луны, который уже идет, ссылка в описании. Поскольку Сянь Юнь и Камин – новые игровые персонажи, путешественники могут ожидать, что официальные лица, то бишь Hiveverse, продемонстрируют полный игровой процесс в прямом эфире. Сянь Юнь – аниме-персонаж и к тому же еще и каталист, в то время же как Камин – на данный момент пиро ДПС и клеймор. Баннеры с повторным показом версии 4.4 также будут показаны во время прямой трансляции. На первом этапе у нас будут Сянь Юнь и Нахида, они получат свои раны, а на втором я и Мика и Сяо. Но это все может измениться, так что сильно не доверяй этому. Обновление версии 4.4 также выпустит долгожданную долину Чуньюнь. Согласно истории от дяди Васи, она расположена между нынешней северо-западной картой Люэ и юго-восточной Фонтейн. Ожидается, что Ганьюнь, Шэньхэ и Синьсю получат новые четырехзвездочные скины персонажей версии 4.4. К счастью, костюм последнего также будет раздаваться бесплатно во время главного ивента фестиваля морских фонарей. Ну и согласно истории от того же дяди Васи, с которым мы вчера разговаривали у пятого подъезда, путешественники смогут бесплатно выбрать любой четырехзвездочный скин, и на выбор будут представлены костюмы Ганьюй и Шэньхэ, а также другие четырехзвездочные скины, доступные в игре. Он так и сказал, правда-правда. Совсем забыл тебе сказать, чтобы ты написал в комментариях, на кого копишь и сколько у тебя прямодемов на аккаунте, ну и конечно же, по традиции, подписывайся на канал и пока.